YouTube даже посмотрю. Там станки Слушай, родятся, может, не ты только со мной. сделала его или нет? Да, спекнуться мог. Капец, вы все игнорщики, блин. Да ты что, говори громче. Ты что-то шепчешь там просто, да и я не не могу слышно. говорить громче, ты вы просто глухие. Ты просто ну, далеко микрофон у тебя, ты как будто с соседней комнаты говоришь. Помощи. Мы с Пашей поменялись местами, теперь у меня микрофон лежит где-то там. Мини, микрофон должен быть глубже. Хорошо, Паш, я учту. Не хочешь мне помочь? Нет, нельзя. Ну Паша и все, тогда мне совиная сковородка прилетит. Сразу бешенство лунного совуха, Старфол, звездопад. Мне нельзя. Че, покурить успею? Фаниэль не находится в вашем подземелье. Да-да-да. Мортис Лок, а ты в инсте? Ну, под ним, вот бегу сейчас. А, отлично, все. Покурить успею? Наверное. Окей, пойду покурю. О, вообще читаю. Что там пать есть? Ты не находишься в нашем инсте. Ну, я не могу нахуй, у меня уже секунд, минуты две нахуй пролаги идут эти ебаные при входе, которые. Ты куда-то не туда входил. А что надо делать, куда лететь? Пиздец, что это за лаги нахуй не проходит? Вы типа на чарах других каких-то лишь? Инди 5 человек онлайн. Мы на ОБТ. И что это такое? Это сервер. Там, где сервера, нажми там слева вверху ОБТ-черный храм. Осмотр больших титик. Wednesday, так что за вопрос был? Wednesday, я так понял, она говорить не может по микрофону. Да? Потому что там сидит бородатый мужик. На самом деле. Там про табуреточа был вопрос и про буренку. Дай сись, Паш. Опять будешь что-то ломать. У нас есть танки-то вообще в итоге? Дайте сумму, ебать. Ну, буквально на 5 минут. Лерка тоже бородатый мужик. То разворачиваемся. Все девушки, которых никто не слышал, бородатые мужики, но даже тех, которых слышали, тоже не застраховано. Да, сейчас же можно голос. Я таким соболезную, кстати. Тем, кто... Бородатым? Ну, кем-то притворяется. Что можно? Микрофон громче сделать, да, можно, Вик? Дайте сум. Сейчас лог добежит. Уже по пути. Че, попробуем его сзади запустить. Ну да, там туда ты его отвернуть, да, там. Да. Че, поехали? Мне просто интересно, трэш на Акаму вообще может сам нужен или нет? Кстати. А это умно. Создал персонажа, куда идти потом. В меню выбора персонажа и надо быстрый старт на него юзнуть.
Да, закон он тоже не поможет. Ну, типа танк же будет лост. Нет, вот, в принципе, вариант, что они на Акаме будут висеть. Его вроде вообще, ничего. Варик всех мобов сразу по Акаме. Можно, да. А на полу можно в Акаму дать? Нет, нет, нет. Не-не, кстати, Акама бьет. Ты же в курсе о том, что бьет. Надо перевнести было профиль, и проблем бы не было. С Томмивеном. Не-не. Думаю, так, давайте еще 2 минуты и... Мы чисто тест сделаем. Стартуем. А это какой, третий босс получается? Да. У нас не тауры на броню, на боссе, на котором физуха ебет танков. Ну что, кто-то рыбу сделал в итоге? Смог? Теперь нет теста. Че, да я сейчас зайду. Так наоборот, поменяй, раз мы все тут. Я сейчас... Обратно. Ваниль, поставь броню. Благодарю. Бы из Фурика спекнуть. Есть Фурики. Ну я бичи, бичи армс. Таков путь. Таков, да. Ну что, было время на циркуле тремя фуриками катал РТ. Нафиг надо. Я не помню. Ты мне напиши, если слышишь Dead Hero, процент, сколько у тебя сейчас крита, косты, сколько... Чё, Паш, чё мы ждём? Паша. Видимо, Пашу. Видимо, Пашу, да. А то что происходит вообще? Все. Увидишь. Нитрация увидишь. Просто конкретная. Хант секс один. Ваниль, тебя будет ебать мобы, и тебя будет ебать МК. Так. А нет, стоп, наоборот. Тебя мы будем ебать в МК. Или так-то. МК, кстати, здесь сбивается только уроном. По челику. МК? А типа, кстати, МК еще неправильно работает. Типа как-то погибели гер. Нет, только там того. Надо не контролить, а именно убивать. А ты уже на первых двух ДБМ сделал? Убивать. Да. И там, короче, он сейчас неправильно работает. В МК у вас увеличивается на 1000% ХП. Вам должны сбить до 30, по-моему, процентов. И у вас пойдет МК. Ну, то есть МКС здесь не имеет смысла, а слово совсем. Ну, сейчас это неправильно, насколько я понял, работает там. Вас, вас могут ваншотнуть. Ну, это надо внимательно как-то делать, наверное. МК спустя 30 секунд после начала боя появляется. Как бы полмиллиона хп снести там или треть миллиона. Лёха, ты метки выставлял на МК? Да. И работают? Не, я не проверял, я... Ну, сейчас заодно проверим. Хер знает, работает. Потому что аккуратно ударить 1020. Мейнбластом 1000 на... Не, может, скорее всего, там будет даже... Наверняка. Чтобы не убило... Не убили черепа. Хилы пускай дамажат людей в МК. Шоком ёбан. Не, надо забивать просто без дот. Ну, это посмотрим. В любом случае, здесь это бессмысленно пытаться. Что, может, сделаем чиги? Да почему нет? Попробуем, собьётся. Ну, не, ну, попробуем сбить просто, ну, то, что может шотнуть. Я могу молнию кастить. А, только на первом уровне, секунду. Третий танк. Уинсдей, табуреточ и... Товар какой-то в пирата. Какой товар? Еще. А, это табуреточ. Угу. Товарищ Дагонар.
Какой товар, блядь. Или какой-то паладин в четвертой пати тоже. Так что, кому спекаться-то, ты скажи? Давай, спекайся, Макс. Давай. Потом будет полный набор танков. Не было с максимальной крученной. Ну давайте, валите за босса. Похилим матросы. Запулится сразу. Я знаю, ну просто вообще. Я босса тогда? Или как? Или медведь? Медведю трэш ебало отобьет. Ну там постой. Изобойдемся. Рисаешь. Давай табуреточку, ты направо, налево. Придите. Ну там написал бы. Для начала съебитесь все за босса. Еще босса 12 секунд. Наверх. Посмотрим, как он на Акаму вообще будет согреваться, не будет. А нет, он не пульсит, так что покуда. Ну как только все уебут отсюда, это темы заберут с собой. У нас еще дед не тут, как бы. Никто ничего не запускал. Жень, давай за босса. Наверх. Погнали, посмотрим. Что, пулить? Ну? Ну да, посмотрим, будет он, что-то... ничего не делайте. Посмотрим, он вообще будет на него пулиться, не будет пулиться. Сразу. Он сразу вторую, да, кидает, видишь? Не бейте. А? Че, не бить? Трэш. Нет. Хуя себе, ебать. Хуя его слушает. Ну хуёво слушали максимально. Я ладно, вы тоже побежали. А чё, трэш на пульте, блядь, или чё? Трэш, ловите! Без тупых вопросов, пожалуйста. Фаза тупых вопросов была 5 минут назад. МК сбить? Пробуем. Да попробуй что-то. Я на Нирию до 10% довёл, и МК не сбился. Не слетело МК, да? Нет. Да, значит, полностью. Значит, полностью нихуя не работает. Угу. Ну, резист контролирует, мы проверили еще в прошлый раз. Что там полный ему. Вообще попробуем ничего. Попробуем как-нибудь идем спасти. Вожду? Может, попробуем спасти их и мобов заливать через мобов босс. Да тебе ебало питает. Я видел, как Мортоса мгновенно сложили мобы. Там буквально за. Да. За 2 секунды. Полторы. Их, конечно, блять, он успел за сколько, за секунд 15 два раза мою частицу снять. Крутой босс. Короче, пошли в ульту. Ну тут делать нехуй вообще. Ура! Это не вижу. Может, я в ретрике в ульту? Попробую. Может, мы зайдем сначала, посмотрим. Так. Короче, надо ждать, пока они либо первую фазу нормально не включат, либо что-то не будет меняться. Ходить мониторить, ну. Придется, блядь, раз в пару дней заходить, смотреть. Анонс уже у нас не завозили, нет, да? По-другому никак. Ничего не поменялось на первом, втором. Что ты, Кирилл, на ком? На присте будешь? Да, на ком. Хром. Ты не за сутки ровным счетом вообще нихуя не делали, да? Получается. Понял. Они собирали статистику. Понимаешь, Паша? Разработчики Хирстоуна, получается, тоже статистику собирают. Потом починят. Я понял, что не ты собираешь, а я без гильдии. Куда? Куда? А, ну сейчас я тебе добавлю, понял. Они пожертвования на Черную Пятницу собирали. Видимо, да.
Получается, у половины ретриков появилась внутриня неимбовая. Этот день. Я думаю, что сейчас Черная Пятница пройдет, можно внутриня нервничать. Ну, как они, в принципе, любят это делать. Мне Паша через месяц, так чтобы нельзя было... А, ну, чтобы, да, деньги не возвращать. Я забыл. Ретрик, конечно, да, такая имба. Чуть-чуть нету этой трини, так сразу ДПС пропадает. Ебанутый. А, ретрик без трини — это не ретрик. Это за тысячу. Ну и молодцы, конечно, лютые, убрали вообще в ноль синергию с Т4, у Т6. Теперь оно вообще никак не синергирует. Но почему-то сделать нормально Т5 не осилили. Проблема не в Т5, проблема в том, что они переделывали. Джаги. Паша, мне может сойти на этот, на Ксюхинова. Хорошо, если что, заберу, наверное. Хотя и не надо она. Но никто не собирает. Лучше. Ну там для до этого еще босс есть. Посмотрим. Нет, ради шкафа. Я Кирилл. Про это говорю. Кирилл. Да. У нас будет у второго статика что-нибудь на этой неделе? Да, конечно. Че? Все то же самое пока. Освоение ЗС. Пиздец. Пока мы фармим. По идее, вы можете уже хиджал пробовать. Ну там не хватает и левела танком немного. И, ну, некоторым. Он и не появится, там, я тебе уже скажу. Да ну как сказать, на 4-го, 5-го. Ну на 4-го конкретно, ну и на 2-го. Да этот, до того как апнули Т6, спокойно прохилил. На втором надо ДКшника ставить кого-то. Я видел там, короче, когда еще в Доре был, на мейн босса ставили кого-то ДКшника, его вообще можно было не хилить. А, потом он с свинками сам... силу был. И медведя, Т6. Взять бы его еще где. Не, не на этом КД точно. На следующем, наверное. Че, один на сумму? На лоб тяните, погнали. Что привело тебя сюда? Че закидал его на табурете? Пошли, страдать. Че, я один, что ли, буду мучиться? Я тоже хочу. Охотиться на лосей, медведей и душить кроликов. И откопать желуди, похрюкивая. Трюфеля. А бычку запускать? Угу. Ну, то, что есть, не факт, что не лопнет. Паша, это довесок. Скорее. Уже и запущено. Гель, тут вопрос не выкладет. Вопрос в том, что медведь без года неделя гильдии. Как бы. У него же там эрдру и еще что-то есть. Сова, по-моему. Как здесь оказался разрушитель так быстро? С
стоял, у инста заехал. Ну, я думаю, что на следующем КД можно будет к этому вопросу вернуться, на этом КД вряд ли. Кагом, сколько ретриков нужно, чтобы вкрутить лампочку? 10. У меня достаточно. Ретрики не занимаются подобными вопросами. Я вкручиваю это хуй в уши. Прощай, простите. У Шаха есть ретрик, кстати. Я не удивлен вообще ни разу. Я бы удивился, если бы у него хил был. Или танк. У кого? Для тебя. Нахуй надо, я чё, ебнуто, что ли? До конца гейминг. Где там лог? Дим, долго заходишь, уже зашли, проверили и перезашли сюда. Бой висит, отлично. Маяк не добит. Угу. Сейчас, по идее, должен спать комбат. Тут еще один. А он фуловый был. Уже бьет. А там уж, по-моему, оставили один назад. Начинали, по-моему, бить, и когда тачка лопнула. 100%. 100%. Ой, бля, да ладно. Как он достал вообще оттуда? Дим, хочешь, может, на престиж идти? Ну, ЕП надо ДК закину. Если хочешь. Хочется подать. Бой? Да похеру. Так лока не, ну, шкаф не поставит. А он справа же этот, здоровый. Короче, учу. Быстрый способ добраться до отдаленных мест. Таких как Ульдуар. Подходишь к Долоране. Там стоит челик на площадке краса. Тыкаешься в него и чудесным образом на мистическом летном существе тебя заставляет почти ко входу в инстанцию. Можно правая вкрыть. И левая сагрена. Та, которая начали бить, и еще вот это, да, да, вот это сагрена. Не, ну накидка кык это сложно, почти так же, как червоточина. Ну, червоточина это инжа. Да, вот чудесный мужчина на летной площадке. Накидка Ика там вместе с Дейликом прокачивает. Решает все вопросы по перемещению. Можно заебаться делать на Дейликах. Потому что мне минимум 25 дней уходит. Ладно, там быстро делается. 25 дней. Типа и никак быстрее, чем 25 дней. И это если у тебя еще прокачанная репутация там какая-то, да, за городом. Типа состоит. Репутация еще миллиарды этой рунической ткани.
Именно миллиарды. Не перегибаешь? Несколько десятков тысяч. С нуля. Сколько хп тут у танка надо, чтобы не шотало? Тут ничего не меняется на одно. Не, я имею в виду у танка. Обычного. Танка, блядь. Ну, минимум 80-90 тысяч. А, ну это нормально. От танка зависит. Давайте шустрее самоним. Да, лабычки, Миш. Пассажирами сядьте в эти разрушки. Третья, четвертая, как обычно. Пятая тоже. Первое, второе, у вас там как раз 8 человек. Можете рассесться на 4. Вижу ретрика, сидящего в трофейнике водителем. Да. Ну, так, обычка, да. Обычка. Я вроде сказал, что первый. Первое, второе. Как обычно, и третье, четвертое тоже. Ладно, сиди. Че, пуляем? Да, поехали. Лужу разлить. Куда вы, блядь, настреливаете? А лужу разлить. А есть, а есть. Вот мне... А вот титан, наверное, не сбили. Это прям под ним на ход зря масло спалить. Поехали по прямой сразу. О, запах. Лак. Аж может потом сразу этих двоих убьем? Ну, чтоб не возвращаться. Хочешь сразу? Да, можно сразу, наверное. Не играет, блин, оставляет ничего. Ну, тогда на Игниса. Мне. Во вторую руку ланер будем делать. На Энха. Давай мне. Прыж почистим слово, присмотрим. Ну, мы продолжаем не делать квест на элитных существ.
плиты, можно делать пожар. Сразу в шкаф, в самом микросолнце. Пожар. Можно дворфа взять. Фасист. Я буду дека, короче. Угу. А выдержит? Ну трэш пособирает, там будет под босс поводишь. Нельзя применить к этой цели. Совух. Главное, еще там наполним, помогите, если... Совух присамонился, значит, да. Блять, я потерял на какой панельке, у меня рыба стоит. Там, просто... где он стоит, там ты Дед его Хиро идешь. Нету, надо Дедхира самонить. Че мне это самое, на подсосе чисто бегать или че, или кого-то можно будет подержать когда-нибудь? Трэш. Трэш ты подводишь под босс. Угу. Стоишь сзади, ловишь его, чтобы он не дошел до того. И подводишь. Че, везде зафига? Я ждать по полчаса никого не буду. Мы зашли, убили, ушли. Все. Ура. Следи, когда следующий выходит. ДК, мы сейчас тут умрем. Бери, медведь. Затаунти, Венсли. Венсли, затаунти железного чила. В этот уровень не надо заводить, да? Нет. Нет. Просто ты его в рейде держишь. Все, рядом с рейдом. Под клиф. Водить никого ничего не надо. Никуда. Ты же видишь, где мы стоим? Просто набирай на них агро по очереди. Все. Это четвертая ма была, да? Третья. Мы убьем вроде. Должен не покинуть. Еще одного забери с рейда. Он дамаг не пришел. Щиты. Че новость? Очень важно, они починили ХПС на форуме. Да ладно. Но они пока еще не вели, но Илюжин сказал, что починили. На ком? Да, ну на статье, форума. Статье типа. После на форумс. Залил. Ну, считай. Пушка до 303 УДК готова. Этот. Это на ДД или на танка носит такую? На танк. Херу, когда можно, первый рассадит или второй? Получается, ретрики без трини уже не запредельная имба, да? И кто там это сролил?
смиренный. Ну, мне просто показывает. Мне больше всего нравится, как, блядь, он жади находит рогу без трини, блядь. Нормально ебашит. За говнотринями. Запускай по ленте. У Редрика фишка не только в самой этой трине, а в том, что на печать разгоняет до ебанутого уровня. А я-то не стакаться от трини. Фишка Редрика в том, что, блядь, раньше это была хуйня, которая крутила бури, сейчас это хуйня, которая, блядь, стреляет джагами. Скорее экзорцизмами. Чисто, блядь. Херук, это первый раз сядет или второй? Да. Вася джаг стрел. Этот да. Даже не на первый. Угадал. Ты что, первый раз, что ли, в Рейдне, видишь, что там еще мы... Чтобы на робота откатилась. Так начинается. В конце. Тысячу часового дергай будет. Так это не едет, конечно. Ты что-то тоже забирай, конечно, блин. Ну да. Можно проводить операцию спасти Энха. Ну там молния. Как бы. Да. Ну, ваточка возьмем. Рибавку ему дайте. Угу. Тычка без молнии. Просто ее надо сбивать. Настя, подними скорпидоху. Ну, быстрее, я ее сейчас сажать буду. Я жму. Посоветуй баф. Ну, быстрее можно нажать, а не спрашивай. Ну, просто через раз даю. Один раз на второй, чтобы потом, типа, она сидит и дальше бить под херы. У нас не фул рейд. Я же про это и говорю. Это чего, видите, он там... Что, перевели? Да. Блять. Вагон. На пол нет, нахуй. Ква-ква-ква. Да, приставал. Вот есть. Просто я слишком сильный пошел. Да, Алиард тоже так всегда думает, когда умирает с пула на Архимонде. И носит 30к. Теперь, Паша, представь, что будет на втором боссе в БТ. Алиард будет в танке, блядь. Ква-ква-ква. Добычатор. Компактобот. Блять, моба в чем? ДК. Ты ж тут? Пожди рыбу. Да. Че, пуляй? Блять, блять. Трэш.
Короче, на боссе ты просто смотришь, чтобы бумботы не зашли в рейд, и ловишь также, если ему что моба большого подводишь, если он будет. Главное бумбота зайти и просто в него попасть. Подождите 2 минуты, пожалуйста, надотайте срочно, сейчас. Баф дайте. Быть гуннера, там хп. Понял, Вадь? Главное бумбота взорвать, зайти. Он идет сзади, там где-нибудь слева, справа. Смотришь, стоишь, камеры крутишь. Ну, сейчас вернется табурет. Самые редкие моменты, когда Гуннер в ДД. Может, он ДПС хочет посмотреть. Как раз и Гера откатится наверняка. Она бы откатилась в любом случае в конце на 20%. Сейчас пораньше. Я после выходных еще поминусую. Народ, кто у нас там какие-то непонятные, блядь, сурвы? Да бля, блядь. Афк. Да не надо. Мне это ФК люди. Никто ничего не пулит, блядь. Че, Геру сразу по откату, короче, да? Ну, наверное, да. Мы убьем за 8 минут. Так осталось 6. Тоже верно. Не убивайте пеньяцу, ради бога. Это прям оптимистично посреди.